Гималай. День третий. Скажите, конюх, сколько времени будет продолжаться ваша экспедиция? 3 суток, потому что если больше, то есть возможность задохнуться к чертовой матери. А такой задачи я перед собой не ставлю, не. А во имя чего вы собираетесь совершить этот подвиг? Во имя России, конечно. Да и дома особенно делать нечего. Ты у меня во внешних выволочках бывал? Вот то-то. И вот исторический момент. Упряжка из 37 куниц въезжает в Кротовий лаз, унося за собой нашего отважного соотечественника, обернутого в фольгу и обмазанного машинным маслом для лучшего скольжения. Поехали! Буквально через 10 секунд мы свяжемся с путешественником, на груди которого установлен наш микрофон. А пока скажу, что открыт прием заявок на спонсирование следующей экспедиции конюха Федорова. Он пройдет в одиночку сквозь Гарлем с плакатом «Белые намного лучше черных». Ну что ж, пора. Алло! Алло, 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 конюх Федоров, слышите меня? Да куда ж я денусь? Ну, как там у вас? Да все в порядке, не видно, правда, ни черта, но это так и задумано. Хорошо, хоть компас есть, но пока его тоже не видно, потому что фонарик в заднем кармане, а я на нем и еду. На заднем кармане? Ну да, доска же отвалилась. Когда куницы понесли, ай, ух ты, ай, да, что там у вас? Да все, корреспондент, извини, у меня тут